сестра хочет узнать военную тайну, сколько я вешу. Я говорю, я сама не знаю, Саша, говорю. Я сейчас взвешусь, только ты уходи отсюда. Что-то в рот попало. 75? Нет, у тебя врут. Минус 5, у него 70, 72. У меня секреты от тебя, иди отсюда. Держи меня, take me a little bit up, I will be a little bit not so heavy. Я тебе не верю. Показал 89. Я всегда 83 была. Последнее время. Нет, подожди. 89, обманщик. За что мы ему 10 рупий дали? Это неправильные весы. Я тебя поддерживаю, дорогой. Поддерживаю. Он говорит, я не больше 70. И я не больше 83. 89. Видишь, какой. Саша говорит, если ты сейчас купишь в Кашмире, в Кашмире они самые лучшие. Мы сошьем в Путапарте или в Дели. Ну ладно, давай купим что-нибудь. Люблю, когда меня убеждают купить что-нибудь мой муж родной. Вот такого цвета. This color or this color. This one I like, this one. Найдите мне такой, пожалуйста. Мне вот это нравится. Ну вот желтое, вот из желтого такое нравится. Они мне там какое-то блеклое предлагают. Молодцы. Интересно, какой будет приговор окончательный. Найс. Nice. Давай, я посмотрю. Is this only material for blouse or also for trousers and dupatta? Dupatta, they have? Вот это вот на платье и на штаны. It's very good, darling. Что price? 500. 500. Very cheap, darling. 500. Давай возьмем. Let's take. Ага. This I like. 500 рупий всего стоит. Вот это тоже хорошенький. This also good. This also good, yes. You think this is cotton? Cotton. Yeah. Really cotton? Yeah, I know that. Не знаю. Very nice, very nice. Очень хороши, да. Or you want different color? Yes. Еще вот этот нравится, yes. Но мне кажется, да, это красивый. Yeah. Что еще есть? Покажите еще что-нибудь. Show us something. This is for Putapati. Yeah, for Putapati very nice. Green. Сейчас, darling, I saw outside very nice. Вот это вот синенький very nice, такой красивый материал. And I show you from outside one. This yellow? This yellow, show please, my husband. Покажите моему мужу, пожалуйста, вот этот вот желтенький. И вот этот вот зелененький. И вот этот вот розовенький. Может быть, вот этот розовенький, правда, прикольный. И синенький. Ладно, нехай муж выбирает. Мне все стало нравиться. Вот такого зелененького у меня нет. Желтого у меня вообще никакого нет. Розового у меня нет. Господи, сиротка. Ничего у меня нет. Бедная. Какая же я бедная. Бедная я несчастная. Муж, почему я у тебя такая несчастная? Я говорю, вот это почти такое же, как это. А Саши говорит, это лучше. Говорит, и работа лучше, ему нравится. Да, хорошо. Как скажешь. Синий я тоже люблю. И синий, и бирюзовый люблю. Желтый все-таки что-то там такое крупноватое. Ну, вот этот мне очень понравился. У нас уже 30 килограмм. Как мы полетим назад? Что же делать-то? Надо как-то себя в руках держать. Ну вот видите, вот поэтому у Саши и моя карточка, вернее, наша общая. Что я всегда скажу, да потом, да ладно, но сейчас это не так обходимо. А он говорит, так, давай берем. Вот мне вот такая штука понравилась. Не пойму, что эту. Пошли.
Окей, чалом. Ай, найс. I like. Здорово. Хороший магазин. Thank you very much. Very good shop. А погода какая прекрасная. Maybe we find somebody still here. Ван, он их спросил, а может быть тут есть какой-нибудь швей хороший? Я говорю, давай одно вначале сошьем. Давай, давай. Бизнес пошел. Все хотят знать, сколько перьев-то, сколько перьев. Сколько счастья привалило. Саша хочет чаю попить. Айскрим, я думаю, я не знаю. Блин, 90 рупий. Полезет ли у меня такой айскрим-то за 90 рупий? Хотя ладно, гулять-то гулять. Вот такого фиолетового. Ага, это black currant, это черная смородина. Эк. Что? Давай, я не знаю. Как скажешь, я ж не знаю, как тут у вас. Which country? I'm from India. Which country? My wife from Russia. А может быть corn? Maybe better corn like this? Ну хорошо, ладно, давай стаканчик. Окей, окей. Не дают мне конус почему-то. One ball. Ага, одного достаточно мне шарика. Я же только что кушала. Бас. Бас, ван. Ну давайте киви еще шарик. Киви. Манго, black currant, strawberry, coconut, peach. What is it peach? Pineapple. Наверное, больше всего покупают pineapple. А что он такой зеленый-то? Вообще ананас желтенький. Yellow. Давай. Я вон сяду вон в угол. Ой, как хорошо. Фонтаны. Здорово. Здесь так много. Надо взять тарелочку. Пусть Саши ест из тарелочки, с ним поделюсь. Вот так, два таких огромных шарика. Черная смородина вкусная. Прямо черная-черная. Смородина-смородина. Ух ты, садись, давай, ням-ням. Угощайся, ням-ням. Я же для тебя взяла зеленое. I took for you green. Давай, ешь, давай. Ешь, я сказала. Нам нужен портной, женский портной. Нам показали путь. Мы подкрепились мороженым. Теперь могут с меня снимать мерки. Саши говорит, вот такой же шафран, как мы купили на лодке, там было по 300 рупий. Здесь по 200. 15. Чай don't need. Show me шафран. Вот такой вот. Там 300, здесь 200. Это 1 грамм. Я его сейчас пью с тем чаем, который вот он сейчас показал, и мы вчера купили в шоурум. Ну, положи к себе, put. Вот швей. И вот опять к коврам. Beautiful. In Pankai? Yes. Is that your dame? 3500. No, yeah. 3500. Mera bhi kalinka business hai. Еле вытащил его оттуда, уже отложил ковер, уже начал его покупать. Я говорю, у нас уже 30 килограмм. Футапарти, говорит, привезем. Я говорю, а куда там мыши сожрут? Когда мы вернемся в Путапарти? В сентябре. Таскать по всей Индии.
Один же, говорит, всего, один же коврик всего, говорит, я куплю. Это же кошмар какой-то, как ты выжил до встречи со мной. It must be terrible. How you survive before you meet me? Well, if I'm alone, I don't buy anything. Когда, говорит, я один, мне не надо. Я, говорит, путешествую. Типа он это вот все для меня покупает. Антураж. Но мне он тоже не нужен. Я точно так же. Путешествовать. У меня нет других приоритетов. Ну все, измерили. Так, mine size. I will take. Угу. Будут шить. Через 3 дня будет готово. В хорошее время мы вернулись. Дождь начался. Господи, какое счастье. Дождь, настоящий дождь. Здорово. Замечательно. Good time. Ну, ты был прав. Да. Папа always right. Да, мы будем из окна смотреть и наслаждаться дождем. Он говорит, давай никуда не поедем, будет дождь. Я говорю, я всегда тебя поддержу. Живые каллы, какие огромные. Боже, настоящие. Они правда живые. Такой тонкий запах цветов стоит в отеле. Так, а это окно куда выходит?